Добрый день, дорогие друзья, гости и подписчики моей страницы. Сегодня 20 марта, выдался наконец-то сухой денек, когда нет дождей и не штормит наша Балтика. Сегодня я открою бурт, посмотрим, как перезимовала картошка, ну и состояние ее. И вот с этого дня, как и обещал многим, начнется отправка семенного лебедя. Картошку, которую многие ждут. Так что, пока я открываю бурт, можете послушать неплохую музыку. Thank you.
Ну вот, картошку я открыл. Посмотрите, вот она как в мешках сохранилась. Не обследовала ростки. Ростки довольно-таки большие, что меня не особо радует. А остальная картошка надо смотреть, перебирать. В каждом мешке есть пакетик с надписью. Какой-то сорт. Здесь вот мешок морковки. Я осенью ложил. Кто-то смотрел, ссылочку я дам потом. Охранение в урту. Зима у нас, я еще раз повторяю, была не холодная. Поэтому одеяло было небольшое. Редко у нас бывает морозные зимы. Ну, хотя бывают. Но в 2014 году, 24 марта, мы посадили вот на этом поле уже картошку. 24 марта раньше я так никогда рано не сажал. Погода такая была. Но в этом году вот сегодня ночью было минус 5, днем плюс 9, плюс 10. К вечеру обещает дождь, поэтому надо эту картошку убрать, рассортировать, разложить и уже смотреть, что с ней делать дальше. Так что я еще хотел сказать, что никак не ожидал такого ажиотажа по поводу вот этого белого лебедя. Ну, для меня просто был, конечно, шок. Спасибо вам за подписки, за то, что проголосовали на моей странице. Там по максимуму всем постараюсь выслать семенную картошку всем, кто заказывал. Ну и для связи будет, я думаю, по мейлу. Там у меня на странице есть мой адрес. Посмотрите, там ролик на 11 секунд. Там почтовый ящик мой есть. И в основном отправляю килограмма по 2, потому что ну куда по 10 килограмм там. Когда-то мы начинали вот с эту картошку сажать с двух штучек. У меня жена привезла их, ее мы посадили. Она очень такая неприхотливая, не боится ножа. Можно по глазкам ее резать, сажать. Единственное, что, конечно, метр друг от друга, 70, минимум 70 сантиметров. Не густите, если кто-то, у кого-то нет такого свободного участка, но лучше посадите меньше. Урожай будет неплохой. И, конечно, хотелось бы узнать, как наш калининградский лебедь приживется у вас. И отзывы я хотел бы услышать по осени, когда вы его посадите, какой урожай получите. Фитофтора он особо не боится, колоратика. Ну, я обрабатываю престижем картошку всю, поэтому как бы для меня колорадский жук проблемы не составляет. Так что еще раз всем привет и пока.